такое ощущение, как будто в цирке там что-то рассматривают. Никто никуда не спешит вообще. Поэтому, когда вы начинаешь выезжать, думаешь, там авария или еще что-нибудь, там ремонт, например. Да? И когда вдруг проезжаешь и понимаешь, что там вообще ничего не было, что можно было скорость увеличить, там, скажем так, и на знаке. Выход. Прикольно.
50. Сейчас здесь просто как бы с правой стороны для автобусов.
да, вообще по барабану все. Здесь все почти 90 летают. И все потом ноют, мы не успеваем, мы не успеваем, мы не успеваем. Сначала летают, типа, они крутые перцы, ой, мы успели, мы успели. А потом начинают требовать уже, так как ты успевал раньше, будь добр, сейчас успевай. Останавливаться до остановки вот такой, сами себе какие-то пробки создают. Мы когда в туннель будем влетать, там вообще никого не будет, там все машины будут 80 гнать спокойно. А вот до туннеля вот они что-то ползут, что ползут, хрен его знает. Вон впереди вообще знак 30 уже, жесть просто. Автобус вообще с правой полосы влево уходит через полосу.
какого хрена, ёлки-палки, тормозят, а? Такую в БМУ врезаться, а? Ха-ха-ха, X6 вообще будет жесть просто. Тут если точно сейчас врезаться, тут такая пробка создастся, ой-ой-ой. Тут же дорогу приедут, перекроют. Я оставляю впереди место, да? И ведь ни один чувак не выйдет, не займет. Ну, если, конечно, меня видит, а вот уже один не видит. Кто видит, что фура сзади едет, никто даже не будет рыпаться. Ну, смотрите, видите, тут абсолютно нормальное движение. Широкая дорога везде, все. Вот сейчас мы едем на мост, и после моста сразу туннель капает. И вы посмотрите, как только в туннель мы заедем, такое ощущение, как будто в городе машин нету. Все пусто, свободно, чисто. Конечно, тут горка и знак 70 сразу стоит. Ролик типа сейчас разгонится. В гору. Ха-хай. Жесть. О, смотрите, видите, машины начинают уходить. Это все там просторно. Доказывает еще раз. Ехать, не знаю, на метров 200, и все сразу рассосется. Я так думаю. Сейчас проверим, правильно ли я думал или нет. Ну да, здесь он сразу полный газ нажимаешь и пошел. Пошли.
Господи, прибавьте немножко газу, а то мы не успеваем. Тоже было бы прикольно. Ну, типа, скажем, к примеру, разрешена скорость 80, а я, скажем, еду 70, да, и вот ГПС будет. Прибавьте, пожалуйста, скорость. Тоже такая нормальная бы функция была. Like it.